Короче, пацаны, я буду вам мешать, чтобы у вас было жесткое противостояние между друг другом. Не убивай. Но! О, нифига, я его подводил. Так, пацаны, походу, у нас есть претендентка на победу. Всем привет, братва, и сегодня будет полный развал кабин, ведь сегодня просто я для пацанов подготовлю суперские челленджи, которые они, если выполнят, получат 1500 голды. То есть, кто победит, получит 1500 голды, а во второй катке я подготовлю супер челлендж, в котором они получат целый голд пас за победу. Поэтому, пацаны, летим. Так, мужики, все, я убежал. Я убежал. Короче, пацаны, если что, первая суть челленджа, это мы будем играть целую катку с М40, и у кого больше килов будет, тот получает 1500 голды, пацаны. Короче, пацаны, я буду вам мешать, чтобы у вас было жесткое противостояние между друг другом. Мешай Нексу. Найс. А с зумом можно играть? Как хочешь, ладно, делай килы. Ош, как играть? Опа, минус один, первый пошел. Ой, он лагает, пацаны. Отлично, я, пацаны, я забрал у вас килл. Ай, меня подставил. Мужики, убейте его. Уходи. Слабо. Только не нож, какой нож? Не сей он меня зарезал. Не считается. Не считается нарушение правил. Давайте можете раунд писать. Один килл. Сколько киллов у нас? У всех по одному, кроме меня. Так, ну, мужики, у меня пока 2 килла есть, там 40, поэтому я жесткий. О, нифига, я его подловил. Оставь, мужик. Отойди. Оп. Найс. Nice. Ой, ё-моё. Добивайся. Не будь слабочком. Промахивайся. Это будет... моя голдишка. И больно, да? Нелегальщина какая-то происходит. Так, а сколько у вас киллов уже? У меня уже 3 килла. У меня 2. У меня тоже 3. Найс. 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 Моего забрал. Что? 3 килла дал? Блин, прикинь, у меня уже 6 киллов за эти раунды. Боже, почти убил. А, боже. Ты попал по нему? Нет, попал, не попал, добей его. Чпоник. На. Да как добить, если ты по нему не попал, мужик? Забей, просто... Най! Смотрим. Опа, Эмби, Эмби, давай показывай, давай, что, ученик, на что способен. Ты должен показать мастер-класс или слиться как нубик. Режет. О! Нифига себе. Ну, у меня 3 килла, я пока что этот, как... С одним бега. Как судья слежу за всем процессом, и пока что все честно. Я почти застилил. Да, повин стилер. Тихо. Но! Ну, достали мы их убивать. Чтобы преимущество свое жесткое не терять. Докажу за тебя. Наказал? Отлично. Да, все, Надь, красава. У меня 5 килов. Самый ценный игрок это Араб Салис в прошлом раунде был. Походу, он слишком много набил этих киллов. Сколько? Уже 6 килов. Нифига себе ты машина. Так, пацаны, походу, у нас есть претенденты на победу. Ничего, у нас с Салисом жесткое противостояние сейчас идет, ты знал? Нифига. Тихо, режет. Добил. Этот мой. Запутался, вообще идти никуда не может. Но. Пацаны, догоняю. Оцените, у меня появился, кстати, этот сынок, чекайте. Там, короче, этот лягушонок у меня младший есть. Фига, Ваня, чё у тебя аккаунт бомжатский? Реально с нумскими скинами играешь. Хотя на, вы его посмотрите, и всё понятно. Я раб. Я разломал рынок и потерял интерес к скинам. Надо ставить бомбу, чтобы он пришел. Дай флешку. О, фига, лайфхак. О, нифига, реально, блин. Он на КТ. Да я ванвей даю. Он на КТ. Фига, чё за лайфхак? Реально, это ванвей. Это ванвей, чекай. Ты можешь простреливать сквозь смог. По-моему, он работает немного по-другому. Нет! Ну попади! Найс, араб, как бы. Надо побеждать. Дефуз. Быстро дефуз. Я забей, я дефузил. Задефьюзил. Отвернись от него. Это за дефуз, да? Мужики. А нам минус дадут все равно, нам минус дадут. Давай проверим, сколько нам дадут. Это была честная и интересная борьба. Тут даже как бы не обидно проиграть. Главное, что борьба была интересной, и Садис побеждает. Сейчас идем покупать ему, ой, сливать 1500 долларов. Покупай. Летим, короче, сливать. Так, пацаны, все, я нашел скин Салиса, покупаю его. Поздравляю победителя с 1500 голды. Короче, пацаны, все, я кейсик уже закупил. Сейчас то, что выпадает с кейсика, мы будем с этим играть. И кто победит, кто будет на первом месте, получает батл пасс.
Ой-ой-ой, а чё? Неплохо. Короче, пацаны, давайте, говорите, кому что выпало, и полетим в каточку. Мне фомас. Мне выпал дробовик SM-10-14. Мне калашик мне... выпал. Мне юмпик. Так, ну и мне Дига выпал, поэтому можно лететь. Так, все, я закупаю Дигу, полетели. Гоу, гоу, гоу! Стой, мы стоим, он и должен делать. Стойте на месте, я сейчас вам покажу. Сидим. Не убивай. Но! Выиграем, у тебя будут бабки. Ай, боже, все, можете выиграть. Можно разносить и бить. Так, мужики, а что будет, если я на первом месте буду с Диглом? Это же что-то нелегально. Ничего не будет, мужик. Так я же... Будет такого сыка, конечно, для подписчиков, наверное, я вот так думаю. Кстати, я же забыл сказать, пацаны. Мы обязаны добивать в этом видосе сделать 30 тысяч лайков, чтобы мы кого-нибудь из подписчиков взяли в эту рубрику жесткую. Блин, прикинь, как это топово будет вообще. Это будет просто Gold Pass за скилл называться подписчику. Плюс. Так, не забывайте ставить лайк, потому что это стоит того, я думаю. Первый пошел. О, найс. Первый пошел. Ой, пацаны, хаслика стиль, да. Он сейчас всех убьет. Найс, улетел. Второй пошел. Убью. Понятно. А можете не поддаваться. Нифига себе, они офигели, мы и так этот жесткий. На поте сидим. Блин, у них такие милые котята на авиаж, хочется им поддаться. Да, я бы одну подпискал бы. О, хорошая конечечка. Какая хорошенькая залетела. Попал. Флешка есть еще, флешка А это не считалось, блин. Не считалось, да. Сзади. Сзади и слева, слева и слева. Слева и наверху. Мусора, путайте меня! Убивай. На! Слава богу. Два чувака осталось, вам надо одного убить и все. Все, все, все. Сколько у тебя киллов? 13. Первый! Все. Второй! Изи! Ой, дуй. Сколько? У Хасты как его? Сколько у тебя? У меня 14, у нас с собой нам наравне. Короче, пацаны, Хастик, думаю, у нас с ним одинаковое количество киллов, и он сказал, что он не хочет со мной бороться, сказал, лучше сабом разыграть, поэтому, пацаны, с вас 30 тысяч лайков, и этот батл пасс, который Хастик или я могли бы выиграть, разыгрывается вам, поэтому ставьте лайк, и всем пока.